Почтить память людей, погибших в ДТП, пришли школьники, байкеры и шымкентские полицейские. Последние выступили инициаторами акции. Пока идет подготовка к шествию, детям раздают черно-белые шары. Дорожные инспекторы перекрывают площадь. 16 ноября по всему миру как бы проходит акция «День памяти погибших в ДТП». В этот день мы сегодня на площади собрались, чтобы почтить память жертв погибших в автокатастрофах, тех детей, которые погибли, родителей, которые остались именно без детей или дети без родителей. В полдень начинается шествие. Школьников, идущих с транспарантами и шарами, рядом сопровождают полицейские. Впереди них, не спеша, на своих железных конях едут байкеры. Совершив небольшой круг, участники акции собираются прямо в центре площади. Через несколько секунд в небо взмывают белые и черные шары. Это символическая память о жертвах ДТП. Бахрам Талибжанов, Николай Иванов, Ербол Махашев, информационная служба, телекомпания «Утрар».